Филипп Киркоров едет покорять Евровидение с молдавской певицей. Король российского попа Филипп Киркоров представит Молдову на Евровидении 2021. Певец поедет на конкурс в Роттердам вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко. Да, теперь официально мы едем покорять Евровидение 2021 вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы. Готовим очень сладкую премьеру. Новая песня уже совсем скоро. «Я уверен, мы вас удивим», – объявил Филипп Киркоров в своем блоге. Организационный комитет решил, что Наталье Гордиенко будет предоставлена возможность представлять Республику Молдова и в 2021 году в соответствии с требованиями Европейского союза радио и телевидения. Исполнитель должен предоставить новую песню и концепцию выступления до 8 марта 2021 года, говорится в пресс-релизе телерадио Молдова. Напомним, что Киркоров уже не первый раз занимается молдавскими артистами. Так, например, он продюсировал группу «Доредос».